Так, по милости нашего Господа, мы увидели этот крест, красивый, на нем распят Иисус Христос, напоминание нам, какой дорогой ценою была куплена наша жизнь. Сегодня солнышко нас сопровождало. Вот, я тут один остался, а вот там люди еще поднимаются. 28 августа 2018 года я покорил самую большую австрийскую вершину, 3797 метров. Слава Господу!